Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Мангыстауской области задержали 26-летнего мужчину. Он заминировал центр обслуживания населения. В ходе оперативно-розыскных мер установлена личность подозреваемого. Им оказался уроженец Мангыстауской области. Лжетеррорист дал признательные показания. Мобильный телефон, с которого был произведен звонок, изъят. Подозреваемый задержан, водворен в изолятор. С 2015 года ужесточена уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма. Ответственность за этот вид преступления предусмотрена с 14 лет.